На базе Елабужского института Казанского федерального университета состоялась выездная образовательная школа студенческих лидеров общественного мнения по вопросам профилактики безопасности КФУ. Как отметили сразу несколько спикеров, на данный момент в области профилактики экстремизма складывается сложная ситуация. В образовательных учреждениях обучающиеся до сих пор подвергаются буллингу, а также существует опасность возникновения террористических актов. Заместитель директора по образовательной деятельности Елабужского института КФУ Ирина Михайлова присоединилась к словам наставлениям и пожелала плодотворной работы от имени директора института Елены Мирзон. Конечно же, работа школы посвящена очень важным вопросам. Казанский федеральный университет уделяет большое внимание вопросу безопасности в различных ее проявлениях, да, и очень отрадно, что эти вопросы обсуждаются вместе со студентами, да, и именно вы, как представители актива нашего университета, будете формировать вот те мероприятия, которые нам позволят действительно постараться жить в более безопасном мире. Участниками школы стали более 60 студентов из разных подразделений Казанского федерального университета. Их ждала насыщенная трехдневная образовательно-воспитательная программа. Ребята проходили психологический тренинг на сплочение, командообразование, выявление и развитие лидерских качеств. Наша цель – воспитать и помочь в воспитании настоящих лидеров и лидеров, которые смогут нести позитивный, здравый контент в наше общество, прежде всего, конечно, в студенческую молодежь. Отметим, что для Казанского университета подобные выездные школы уже стали доброй традицией. Амир Ахтямов, Универньюз.